Побывав на тренировке одного из самых техничных борцов-вольников мира, просто невозможно было удержаться от просьбы провести для наших зрителей небольшой мастер-класс. Покажи, пожалуйста, несколько своих любимых приемов и расскажи, как они называются и во сколько баллов оцениваются. Состой, покажу. Быстро и медленно. Хорошо. Называется бедро, голову делаешь вот этот прием. Это бедро. И сколько баллов заняло? 4. Вот так еще есть один. Подхват называется. Вот так я делал. Это во столько же баллов оценили? Да, плюс 4 балла. Ну, захват там уже другой, как бы. С руки начинается в основном. С рук делают. Из головы. Просто когда бедро делаешь, если человек голову опустит, ты его ни в коем случае не делаешь, потому что бедро делается через головы, захватом головы. Из-за этого я стараюсь вот так брать его. А когда голову поднимать, голову делаю, если не поднимать, отсюда. Там еще кочергу я делаю. Последнее, что никто не дает. Воскресили, да? Да. Основные дела. И он как-то не получается делать. И вот как-то обычно я делаю, когда он ставит руку. Многие отсюда вот делают, руку ставят, а я вот так делаю. Не как по-другому. Ну, это непонятно, вертушка или кочерга. Просто вертушку все так делают, вот так делается вертушка. А кочерга с такого захвата. А у меня так получается. Я вот так делаю. Своя техника. Да. И этот бросок тоже на 4 балла оценивается. Да. Когда он назад переходит, то вот так делает. Спасибо, прием. И легко мне так же, я иду, когда ногу проходит. Я уже показал. А когда он наверх переходит, наверх переходит. Вот так. То же самое, только от ситуации-то. Это уже контратака, да? Да. Когда он наверх переходит, я оттуда уже бросаю его. Ну, большинство, когда я уже знаю, то, что мне бал нужно взять. Не просто жду, я его так тяну сюда. Вот так. Ногой помогаю? Да, ногой. И моя оценка 2 балла там бывает. А в партере можешь показать несколько приемов? Нет, в партере тоже сейчас покажу. В партере? Стараюсь, когда вот бал взял, вот сразу же, не останавливаясь, накатил, потому что когда прием делаешь, продолжаешь, на другой прием переходишь, легче бывает тебе, потому что он пока очухается. Из-за этого, это такой захват я делаю. А то сюда как бы тяну, сюда, это, как бы на живот беру захват, и потом вот сюда. Бывает, одни вот ногу хотят схватить, ногу возьмут. Вот когда берут, вот сюда, нет, сюда колено, вот так, когда я сюда сюда. Так делаю. Здесь уже... То есть используя вот хитрость, да. Против него как бы обман, да. Движение. Когда человек так стоит, партер, сложно крест делать, потому что я не могу. Ногу вытаскиваю сначала одну. Плечом. Плечо отпускаю. Надо ведь. Заход. Много этот приемов, ногах, партере, у каждого как постоял, кто как чувствует. Я стараюсь, ну, когда вот так боремся, да, я чувствую, что ногу вперед ставить, ногу вперед ставить. Вот так делать. Просто этот преимущество в этом проходе, когда я вот так ногой шагаю, чтобы он не убрал эту ногу. А когда я вот так просто прохожу, он успевает убирать. Он не ожидает. Ну, как бы у меня руки тоже и одновременно нога тоже. Нога как бы не понятно, что если дальше ты его разовьешь, там будет еще больше баллов. А конкретно за то, что ты сделал, тебе оказалось. 2 балла. Вот первая посадка, то, что он сюда сел на раз, вот так. Уже 2 балла. И дальше уже развиваешься. Ну, дальше, да. Смотря как. Там захват поменяется, он если партнер, там, если можешь накат. И вот еще один проход я делаю. Просто я мой проход. Тоже особо я не умею этот проход делать. Когда как? Обычный проход. Я тоже где-то. Сбивание.
тоже на 2 балла. Сбил 2 балла, вытянул 1 балл. А так можно на 4 тоже. Если там с амплитудой его со стойки бросить. Спасибо большое. Ну, спасибо. Освоив несколько приемов, я попытался применить их против самого автора, но быстро понял. Тягаться с Ильясом – дело неблагодарное. Уж очень он ловок и силен. Ох, не завидую я его соперникам. Вячеслав Абдусаламов, Арип Ибрагимов, специально для Федерации спортивной борьбы России.